Автомобили, оборудованные классическим ДВС, со временем вытесняются высокотехнологичными гибридами. Последним приписывают множество преимуществ, говоря, что будущее именно за электротранспортом. Таким образом, развитие этого сегмента производства считается для большинства производителей главным направлением. Китай не может остаться в стороне от всеобщей тенденции. Правительство КНР активно поддерживает предпринимателей и внедряет электромобили в общий дорожный поток. Одна из таких компаний выпустила современный паркетник Leading Ideal One. Электромобиль стал частью глобального проекта CHG Automotive. Бренд возглавляет известный в Китае предприниматель Сянь Ли. Автомобиль возглавил премиум-сегмент линейки, который подходит для больших семей. Покупателя ждет роскошный интерьер, высокие технологии, утилитарность и две вариации салона. Представленная новинка встала на оригинальную платформу с адаптивной подвеской. Конструкция отличается полной независимостью, вентилируемой дисковой тормозной системой. За счет самостоятельной разработки платформы большинство информации остается закрытой. Известны лишь габариты авто, указанные в техдокументации. Длина 5000 мм, ширина 1960, высота 1760. Колесная база при этом 2935 мм. Производитель решил не останавливаться на единственной модификации и вывел в свет две установки электродвигателей на 136 и 190 лошадиных сил. В линейке присутствует еще один турбированный бензиновый мотор на 1,2 литра. На бензомотор возложена роль генератора, который подзаряжает батарею. Таким образом, нельзя говорить о его мощностном потенциале как таковом. Суммарно установка выдает 326 лошадиных сил и 530 ньютон-метров крутящего момента. Аккумулятор получил 40,5 кВт. Этого объема должно хватить для дистанции в 180 км. Но при условии установки 1,2-литрового ДВС пробег без подзарядки увеличивается до 700 км. Если ехать аккуратно и не спеша, то можно растянуть одну зарядку почти на 1000 км. Отличается электромобиль неплохой динамикой. До первой сотни его можно разогнать всего за 6,5 секунд. Стоит отметить, что китайская модель доступна исключительно с постоянным полным приводом. Стильный внешний вид Leading Ideal One 2021 нельзя назвать полностью оригинальным. Новый кузов имеет знакомые черты от Highlander и Range Rover Sport. Однако назвать его полностью скопированным тоже нельзя. Экстерьер выглядит органичным и стильным. В качестве главного конкурента производитель амбициозно видит модель X от Tesla. В итоге у поклонников электромобилей появляется возможность обзавестись крупным транспортным средством, которое не только проходит огромное расстояние до 1000 км, так еще и способно удивить премиальным салоном. Салон может похвастаться премиальной отделкой. Натуральное дерево, кожаная обивка, полированный алюминий. Кресла обладают превосходными эргономикой и наполнителем. Производитель дает возможность самостоятельно выбрать удобную схему посадки. Шестиместный салон представлен с тремя рядами капитанских кресел, а семиместный предлагает установку дивана в среднем ряду. В единственную комплектацию вошли автоматическое торможение, автопилот для стояния в пробках, адаптивная светодиодная оптика, камеры, контроль движения по полосе, настройка передних кресел при помощи электропривода, обогрев и вентиляция переднего ряда, подогрев второго, определение препятствий в слепых зонах, подогрев рулевого колеса, раздельный климат-контроль для всех трех зон, современные системы безопасности и другое. Пишите в комментариях, как вам такая новинка и найдет ли данный автомобиль свою аудиторию в России. Нам важно услышать ваше мнение. Подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за новостями вместе с нами.